Как говорит ботаник, здорово, щеглы! В общем, сумел я подбить егеря на экстравагантные поступки. Сегодня он будет готовить вслепую. Будет готовить такое блюдо под названием мешкуя. Ну, я еще не знаю этих правил, он мне еще не объяснял. А ты не будешь знать, рецепта у тебя не будет, ты будешь готовить вслепую. Вот у тебя только будут ингредиенты. Ну вот я хочу узнать все правила. Ингредиенты, ну вот они уже здесь. Да, сейчас мы их покажем. Да, и у меня, я закипел, это столько, ну, разных продуктов. У меня такие вопросы. Это обязательно все ингредиенты использовать? Все продукты используют. Да, все ингредиенты будут, должны быть использованы. Так, это, смотрите, оливковое масло, оливки, тунец, перец, соль, перец болгарский, лук, чеснок, помидор, лимон, чили, перец, баклажан, 2 яйца, зеленуха. Если что-то понадобится, то ты говори, там, кроме другого, может быть, тебе там огромная кастрюля нужна будет или еще что-то. А вот это тоже нужно использовать? Если хочешь, то да. Но я, в принципе, тут положил, что должно использоваться, что тебе нужно будет. Блин, мне даже не могу представить. Что это за хуйня? Придется. Ты вообще знаешь, что это такое? Ну, примерно хоть представляешь? Ну, это... Ну, что это такое будет? Блин, это, наверное, типа запеканки или еще что-то. Ты охуеешь, это салат. Ну, это, вот это термическую обработку обязательно нужно происходить. Единственное, что не едят сырым. Остальное, в принципе, все, ну и яйца придется импровизировать. Ну, естественно, в конце я тебе и зрителям покажу, что должно получиться. Что должно получиться, да, и что у тебя именно получится. Ну, я бы, кстати, стакан бы въебал, блядь, потом там сладнее будет. Или жарить, или варить, или еще что-то. Я думаю, мы его обжарим. Если курку всю срезать, он будет не такой ароматный. И нарезаю его кубиками. Так, трезвый егерь, не хочешь поверить, что такое происходит. Так. Оливковое масло, значит, будем использовать его. Как ты думаешь, чье это блюдо? Я думаю, что-то из латинов, или Мексика, или Италия. А ты помнишь, как называется? Что, блюдо? Да. А ты мне не говорил. Как я говорил? Мешуя. А, мешуя? Я думал, ты так, от этого, от балды ляпнул. Нет, я тебе говорю, мешуя. А, нифига себе, мешуя. Или чихуя. Ну, в моем случае чихуя уже будет. Может, греческая даже тогда. Да? Не греческая. И обжариваем до золотистой корочки. Но я туда еще добавлю репчатый лук. Сильно мелкий не будем, но зернистый. Я как начнет подгорать, я им покажу. У нас есть 2 яйца. Если нужно по-любому их же сырыми, я думаю, не будем. Вот это мне лист для, как бы сказать, это для запекания, думаю. Значит, я не смущаюсь, что фольга, например, есть. А, тут еще и фольга есть. И вот эта штука. А это полотенце. Ну. А, это тоже? А я думал, они просто так лежат. Может быть, просто так. Сгорели у тебя, нет? Да нахуй, вбивай прям туда, если хуй бы с ним. Планы меняются пока. Посолить мы всегда успеем. Надо въебать. А есть чего? Водки нет у нас? А я тебе говорил, если въебать, складнее будет. И думаю, я от запекания по-любому откажусь, потому что... Что-то не то. А я еще там какой-то рецепт Ахенвагена какого-то нашел. Там вообще полный пиздец. В следующий раз Ахенваген будешь готовить. Ахенваген? Все-таки я варю яйца. Ну, если опять облажаюсь. Как с рулетами. Чего ты срешь летом? Не сыру летом. Во время готовки это баклажаны. Никто не пострадал, блядь. Они должны... в меньшем размере. А зачем полотенце там, блин? Дрочить будем сейчас. Я тебе понятно.
Это голову обматывать, чтобы это инопланетяне всякие мысли тебе не присылали. И яички держали. Да, и не только куриные. Они это, не вареные рыбы? Нет, они даже мытые. А, мытые, поэтому тут салфетки. Да. Я про свои мытые. Куриные-то грязные. Только с жопой, с парайки вылезу, я их сразу. Там все стерильно. Перец болгарский. А ты правда, когда этот, режешь что-то на доске, и помимо, что ты нарезаешь, еще и ногти стрижешь при этом? Ну это как повезет. Блин, опять непонятно. Ложка, это шняга. Может, надо было баклажаны нарезать кругляшками и вот так? Ну как, помнишь название-то этого? Нет, не знаю. Ну, Хиромортина какая-то. Надо было водку взять. По-любому не хватает ингредиента. Перец. Перца сладкого. Вот столько. Болгарский, как Филипп Киркоров. Ну да, да, да. Как ты к Филиппу Киркорову относишься? Никак я к нему не отношусь. Ну, остальные вещи нарезаем все так же, как и это. Помидор, не знаю, водянистый какой-то. Так, яйца закипели. А как ты вообще оцениваешь свои кулинарные способности вот по пятибалльной шкале? Ну, раньше думал, нормально, но сейчас есть сомнения. Ну, 2,5, половинка. Беру чеснок, нарезаю его мелко-мелко-мелко. Он тоже пойдет у нас в этот комбикорм. Может, я что-то и путное придумаю, потом свое название надо выдумать. Перед этим надо на ком-то проверить. Тебе есть на ком проверять? Да уехал один, блин, подонок, да, он бы съел бы все. Повезло ему на этот котел. Ебать, стол трясет. Или это руки, я не пойму. Это руки мыл? Вот, блин, сколько раз. Только перед дрочкой, да? Здесь такая жара. Ну ты же руками моешь свое тело. Ну да, так что они автоматически моются, да? Нет, наоборот, они грязными становятся. А, грязными становятся? Конечно. Меня, например, моют, потому что сам не дотягиваюсь ни до живота, ни до ног. Меня шваброй хуярят. Блядь, странно звучит, шваброй меня хуярят. Вот теперь можно и посолить. Да. Ну, здесь все понятно. Здесь у нас чили-перчик. Так. Это у нас... Острота будет. Ну, осталось у нас зелень. Лук зеленый. Зелень мы тоже режем мелко. Ну что ты уже, всю зелень в труху искромсал. Тут я покрошил зеленый лук, петрушки и укроп все в равных частях. Лимон. Лимон мы будем использовать сок. Часть возьму оливок и часть или полностью консервированных рыбы. Так, сейчас яйца почищу и также порежу. Какая вероятность, что пиздорез получится? Не должно. Продукты-то все нормальные. Все, начинается месиво, да? Да. Туда добавим. Так, сейчас посмотрим, что делать нам с маслинами. Оливки. С оливками. Я предлагаю их на три части порезать, кольцами нарезаем. Пизда, все нахуй, труху превращаем. Нет, на труху или. Следующим у нас пойдет. Да какая ху разница, чем пойдет? Ебошь и все. Так, помидоры. Угу. Помидоры и болгарский перец. Я думаю, достаточно. Ты, блядь, уже, наверное, не рад, что нахуй связался в это поебень. Зелень, она у нас пушистая, угу. Она у нас прижмется, так что мы добавляем всю. Всю, да? Да. Да и хуй. Тут три вида. Ясен. Спринка. Так, вот у нас готовые баклажаны, перченые, все тут. Да все, хуя, нехуй думать. Так.
Ну все, тут яйца. Это вроде все есть. Видно эту текстуру тунца. Я думаю... О, это будет кошачья еда, блин. Его все переколдовенить нужно, да? Ну да, размельчить. За бутылкой-то надо все равно сходить. Мало ли что, действительно. Добавляем лимончика, желательно без костей. Ну и, как бы сказать... Надо ебать. Какое-то масло растительное продается без запаха. Вот так, капельку. А, ну вот у нас какая... У нас, у тебя хиромантия получилась. Но перед тем, как мы продегустируем, ребята, вы, наверное, можете или уже могли загуглить, что это за салат такой под названием мишуя. Еще так звучит, да? Это тунисский салат. Как она готовится, знаешь? Нет. Давай. Естественно, не знаю. Вот. Прежде всего нужно запечь все овощи на гриле или в духовке. Угу. До черных пропали все овощи. Лук, чеснок чистить не нужно. Кто любит поострее, может добавить себе перчик, что ты и сделал. Перцы, баклажан после запекания положить в пакет или в фольгу, оставить, чтобы они пропарились. Дальше. Все овощи остудить и почистить. Нарезать по желанию. Добавляем специи по вкусу. Лимон, масло, перец. Для подачи выкладываем салат в сервировочную тарелку, добавляем тунец. Яйца режем на четвертинки, выкладываем на салат. Можно присыпать свежей зеленью и оливками. Да, я, скорее всего, наверное, сейчас размещу картинку, как это должно быть выглядеть. А, наверное, давай я тебе покажу, как оно должно выглядеть. Вот. Да, ничего общего. Смотри. Угу. Да, ничего общего здесь. Нету. Ну что, пробуй тогда, давай первый. Вдруг ты меня нахуй отравишь сейчас. А я молодой, красивый. Не особо хочется. Надо было вот тут. Значок чувствуется. Чеснока не пожалел. Подводку отлично. Ой, блядь. Чили острый, ебать его рот. Ну, в общем, это как будто ебать, блядь. Яйца мало. Ну, сколько бы ты оценку такому салату поставил? Из 5? Да. Троечка плюсом. Нормально. Удобно. В общем, друзья, спасибо за внимание. Получилось, как всегда, хуйта редкостная. Хорошего ничего не получается. Пробуйте, готовьте. Лучше по рецепту ищите в интернете. Всем пока. Что вышло, то вышло.